Сегодня приготовим суп с клёцками, его очень любят детки. Варим бульон из курицы, берём морковь, убираем пенку лишнюю. Обжариваем на растительном масле морковь. В бульон добавляем целый лук. Для теста нам понадобится 2 яйца, соль и муки. Перемешаем. Добавляем морковь обжаренную в бульон. Солим. Тесто для клёцок добавим немного укропа для аромата. Достаем курицу, разделываем ее на кусочки, кладем обратно в бульон, достаем луковицу и выкладываем клёцки. Перемешиваем, добавляем зелень по вкусу, я добавила петрушку и лук. Суп очень нравится деткам, особенно моему сыночку. Он оценил.